Каждая девушка мечтает о свадьбе с самого детства. Она представляет, как прекрасно в свадебном платье, как восторженно на нее смотрит жених и все гости. А знаете ли вы, что фасон выбранного платья может многое рассказать о характере самой невесты? Итак, посмотрите на изображение. Выберите платье, которое вам больше всего нравится. Если вы выбрали платье номер один, то вы скромная натура. Для этой невесты самое главное – уют, гармония, теплые взаимоотношения с членами семьи. Это хозяюшка, хорошая мама, жена, которая будет стараться сделать все, чтобы остальным было комфортно, порой даже забывая о себе. Для нее приоритетны стабильные отношения без скачков, сцен ревности и ссор. Выбранное платье номер два говорит о том, что отношения с этой невестой будут полны страсти. От своей семейной жизни она ждет интересных совместных путешествий, походов на концерты. Она не воспринимает институт семьи в классическом его понимании. Ей постоянно нужен драйв, адреналин, события. Главное, чтобы жених понимал это до того, как корабль уйдет в долгосрочное плавание. Платье номер три говорит о том, что эта невеста представляет роскошную жизнь со своим супругом. Она не готова сидеть дома, готовить борщ и ждать мужа с работы. Ее уровень высок, она требует постоянного внимания и скромному ужину дома предпочтет поход в ресторан. Поездка в Париж на пару дней – само собой разумеющееся развлечение. Как правило, такие женщины очень требовательны и категоричны. Платье номер 4 выбирают элегантные невесты, которые относятся к институту брака по-особенному. Она долго шла к этому событию, но не к свадьбе, как к мероприятию. Торжество скорее способ угодить своим близким, потому что для нее очень важно то, что будет дальше. Главное в семейных отношениях для этой дамы быть на одной волне со своим мужем, жить интересами друг друга, проводить долгие вечера, обсуждая содержание любимой книги или спектакля. Платье номер 5. Невеста, выбравшая этот фасон платья, очень свободолюбива. Она строит семью, заранее обговорив с женихом тот момент, что ее свободу ограничивать он не будет. Будучи в совместном браке, она готова идти параллельно, проживая свою жизнь, строя карьеру или отдавая себя творчеству. Жених, как правило, обо всем предупрежден и вступает в этот рискованный союз осмысленно. Платье номер 6 выбирают мечтательницы. Она стремится к тому, чтобы у нее все было идеально и лучше всех. Зависть подружек – лучший показатель того, что у нее все идет в правильном направлении. Забыть о своих фантазиях она сможет в том случае, если по-настоящему будет любить мужа. Тогда и шалаш станет для нее раем. Сторонница классического варианта семьи. Мне будет очень интересно узнать, какое платье выбрали вы и совпал ли результат с тем, что есть на самом деле. Поделитесь этим в комментариях, я их обязательно все прочитаю. Спасибо, что досмотрели до конца. У меня на сегодня все. Пока-пока.